Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Портрет Бертоля Товальсена. Кристофер Вильгельм Экерсберг. Около 1815 года. Холст масла 91/74. Кристофер Вильгельм Экерсберг. Мастер, которого нередко называют отцом датской живописи. В период 1803 по 1809 он успешно обучался в художественной академии в Копенгагене. Получил возможность совершить поездку в Париж для совершенствования своего искусства. Здесь он посещал мастерскую Жака Луи Давида. В 1813-м переехал в Рим, где прожил до 1816 года. После возвращения он занял пост профессора своей альма-матер. Во время пребывания в Италии художник написал портрет друга, известного датского скульптора Бертоля Торвальдсена, в творчестве придерживающего традиции позднего классицизма. Уже немолодой воятель изображен на фоне рельефа въезд Александра Македонского в Вавилон, одного из лучших его произведений. Облаченный в черное, скульптор сидит на стуле, положив ногу на ногу. Нейтральный светлый фон позволяет считать четкий и графичный силуэт его фигуры. Наброшен на плечи героя шелковый плащ привносит в портрет романтичный акцент. Тонко прописанные детали костюма и аксессуаров свидетельствуют о влиянии французских мастеров, с искусством которых Экерсберг познакомился во время путешествия. Ну так вкратце о работе Кристофера Вильгельма Экерсберга «Портрет Бертоля Торвальдсена». Я пользовался данными из интернета и текстом из книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.